Всем привет! Рада вас видеть всех на своем канале. С вами Алла Белочка. Сегодня я хочу подвести небольшие итоги по нашему совместному проекту «В мире животных 2020 год». Хочу вам показать успехи наших участниц за 4 месяца, а именно с января по апрель месяц включительно. На сегодняшний день очень много финишей, поэтому, скорее всего, будет несколько частей с готовыми работами. Итак, предлагаю сразу перейти к самой первой готовой работе от Елены Човбан. Она видеоблогер на YouTube, и ее рукодельный канал называется Life and Hobbies. Лена в нашем СП, как видите, вышивала вот такую милую рыжую собачку. Леночка пишет, что это Вельш Корги от фирмы Дивняя Вишня, артикул ВВ-79. Деревянная основа нитки ДМС. На отшив ушло в целом 3 дня. Заготовку покрасила в золотой цвет. Краска на эти деревянные заготовки ложится хуже, чем на заготовки от волшебной страны. Поздравляю с такой милой собачкой, красавчик. Спасибо за информацию по краске основы от этого производителя. Ну и в целом, конечно, классно все получилось. Далее Анна Косарева со своей мышкой. Мышонок с елочкой от фирмы Овен. Рассказывает Аня, что вышивала эту работу с 29 декабря 2019 года по 6 января 2020 года. В наборе использовались 15 цветов Мулине ПНК имени Кирова, 4 бленда и 7 цветов бэка. Весь сюжет вышивался крестом 2 нити. Бэк я вышивала в одну и в 2 ниточки. Канву из набора заменила на беломерку в горох, поэтому итоговый размер стал немного меньше заявленного. Примерно 12 на 15 сантиметров. Это будет единственная мышка, вышитая в этом году, но она очаровашка. Поздравляю с такой очаровашкой, красота, милота. Далее опять же Елена Човбан, канал Life and Hobbies со своими красивыми брошками. Лена пишет, что это фирма ВДВ. Очень понравилось, что в наборе есть все необходимое для отшива и сборки броши. И застежка, и фетры, и даже дублерин. Вышила и собрала брошки за 3 дня. Более подробные впечатления, конечно, будут на ее рукодельном канале. Проходите и смотрите. Поздравляю с красивыми брошками. Забавные зверюшки. Далее Татьяна Турова со своим рыжим котиком. Это у нас рыжик от фирмы Tella Artis. Вышивка чешским бисером прециоза на заготовке с нанесенным рисунком в круговой технике. Выразительный взгляд у этого кота. Вообще, в целом, этот рыжик мне нравится. Поздравляю с финишем. Красивый рыжик. Дальше. Надежда Хныкина вышивала также котика в нашем СП на футболке. Надюша пишет, что это фирма Юма. Размер футболки 46. Пришито всего 6619 бисеринок. Надо сказать, что хлопок очень хорошего качества. Работа просто летела, так было легко вышивать. Результат мне очень понравился, также порадовал. Производитель предлагает артикулы бисера, поэтому подобрать было материал нетрудно. Особенно выделяются глаза этого кота. Поздравляю с готовой работой, красивая футболка с гламурным котиком. Ольга Весна, также видеоблогер на YouTube, вышивала в нашем СП вот такого милого мишку в красном свитере. Это у нас фирма «Волшебная страна». Набор для вышивки бисером на деревянной заготовке FLK 240. Всего здесь 7 цветов, а размер готовой работы 10 на 17 сантиметров. Поздравляю с таким медвежонком. Очень классно. Татьяна Турова вышивала также подставку для телефона от фирмы Wood Stitch. Любопытный совенок. Это вторая вышитая работа в совместном проекте. Ну, еще, конечно, впереди еще будут работы от этой рукодельницы. Классный совенок. Поздравляю с завершением. Анна Заворина вышивала сюжет от фирмы Риолис. Дача «Зима». Канва 14 льняная, нитки шерсти акрил, 18 цветов плюс 1 цвет мулине. Деревянная вешалка, это был мой первый отшив шерстью. Не скажу, что мне понравилось вышивать этот набор, но результатом я очень довольна. Чудесный зимний сюжет с белочкой и птичками. Поздравляю с финишем!
Ольга Кожухина вышивала вот такую собачку. Вышивка, по-моему, на страмине. Оформилась в подушку, как видите. И Оля пишет, что это подарок мужу к 23 февраля. Замечательный подарок для мужа. Уверена, он оценил. Поздравляю! Ирина Силаева, видеоблогер на Ютубе. Канал называется «Астрея и злой ведьмак». Вышивала вот такие замечательные новогодние игрушки. Это у нас фирма «Пана». Вышивка крестиком на пластиковой канве. Ирина пишет, что есть металлизированная ниточка. Вот она слоится, рвется и тяжело ей вышивать. А так все понравилось в целом. Замечательные игрушки. Смотрите, какие они очаровательные. Вот такая мишутка девочка и мальчики. Кто-то увлекается хоккеем, кто-то слепил снеговика. И вот такая мишутка в наушниках с разными подарками. Поздравляю! Также Ирина «Астрея и злой ведьмак», так называется канал, вышивала в нашем СП вот таких лошадок. Маму-лошадь и жеребенка. Это у нас фирма «Алиса». Вышивалась хорошо, в траве немного запуталась, пришлось разметить. Замечательные лошадки, красиво и реалистично получилось. Поздравляю с готовой работой. Вконтакте, конечно, я выкладываю потихоньку финиши наших участниц разных совместных проектов. Но опять же, хочется на Ютубе тоже вам показать и рассказать. Дарья Ибрагимова со своей готовой работы от фирмы «МП Студия». Новоселье, так называется данный дизайн. Размер готовой работы 30 на 20 сантиметров. Вышивка на 18 белой канве. Мулине гамма, всего 24 цвета. В наборе были деревянная пуговица, сердечко плюс бусина. Вышивала с удовольствием, хотя на 18 айде трудновато для глаз. Результат очень радует. Поздравляю с завершением. Замечательная новинка. Красивые в целом птички. И вот такой классный домик. Новоселье. Да, действительно. Далее. Анна Корнейчик со своей готовой работой «Зимним вечером» от фирмы «Жар-птица». Размер готовой работы 14 на 12,5 сантиметров. Аня пишет, что в наборе была черная канва 14 каунта. Она взяла коричневую канву того же размера. Были использованы 23 цвета мулине ПНК имени Кирова. Очень уютная работа получилась. Поздравляю с финишем, милый дизайн с енотиком. Действительно уютный сюжетик. Светлана Слоневская со своей готовой работой в нашем совместном проекте. Вышивала наборчик от волшебной страны. Вот такая крыска в красной шапочке. Артикул FLK 232. Замечательная игрушка, поздравляем. Дальше Светлана также вышила еще снегиря от волшебной страны FLK 217. Красивый снегирь, нравится, как вы все покрасили. Людмила Хараян в нашем совместном проекте вышивала Фредерика Литератора от фирмы Dimensions. Артикул 350-48. Процесс был легким, несмотря на черную канву, пишет Людмила. Очень довольна результатом. А я вас, в свою очередь, поздравляю с финишем. Классный дизайн с полосатым котиком. Наталья Карымова, видеоблогер, и ее рукодельный канал на Ютубе называется «Наталья, бисеринка и крестик». Вышивала также наборчик от волшебной страны. Вот такой классный мишка. FLK 214, размер 11 на 7 см. Наталья пишет, что здесь всего 4 цвета бисера, а пришито 1087 бисеринок. Пишет, что вышивал исключительно по вечерам, и на свое удивление, что-то слишком долго вышивался этот мишутка. Главное, результат. Красивая получилась игрушка. Я вижу, тоже покрасили деревянную заготовку. Классно, мило все смотрится. Поздравляю. Светлана Даулетярова со своей готовой работой на пластиковой канве. Наборчик от фирмы «МП Студия». Светлана пишет, что работа на пластиковой канве вышивалась быстро и с удовольствием. Размер 19 на 13 сантиметров. Я очень рада этой красотке. Действительно красотка. Классная новинка. Вот такая жар-птица. Интересная. Поздравляю с финишем.
Дальше Надежда Газимагомедова вышивала нашем совместнике вот такую очаровательную мышку. Набор от жар птицы, забавное купание, Аида 14, всего здесь 17 цветов. Размер готовой работы 14 на 18 сантиметров. Надя пишет, что начинала еще 1 февраля, а закончила 22 февраля. Вышивала первый раз на белой канве. Было очень интересно и увлекательно. Буду дальше продолжать вышивать. Поздравляю с такой очаровательной мышкой. Мария Кормилицына с своей готовой работой. Красавец-петух от фирмы «Академия творчества». Поздравляю, конечно. Очень красивая, яркая такая вышивка. Классный петушок. Настоящая цветотерапия. Вышивка бисером. Почти полная зашивка. Да? Ну, здесь, по крайней мере, много необходимо было вышивать. Клевая вышивка. Поздравляю с финишем. Надежда Желтова вышла в нашем совместном проекте вот такого милого зайчика в красной шапочке. Надежда пишет, что отшивала впервые по кросте. Очень понравилось. В основном вышивала по цветам. Вышивка получилась яркая. Всего за 11 дней вышила такого милаху. Производитель Алиса, зимний зайчишка, 12 на 12 сантиметров. Всего здесь 14 цветов мулине плюс 3 цвета бека. Поздравляю с готовой работой. Классный зайчик. Опять же Наталья Карымова. Канал на ютубе называется Наталья-бисеринка и крестик. Вышивала вот такую клевую лошадку от волшебной страны ФЛК 228. А размер указала 11 на 7,5 сантиметров. Всего здесь 4 цвета. Пришито 637 бисеринок. Чудесная лошадка. И красиво все оформили. Поздравляю. Дальше Татьяна Ершова. Работу закончила «Сладкий нектар». Это был китайский набор. Размером 47 на 48 сантиметров. Всего 50 цветов плюс 5 бакстича. Вышивала с удовольствием, почти за 2 месяца завершила работу. Татьяна оставила ссылочку на свой рукодельный канал, который называется «Рукоделие и вышивка». Проходите и смотрите. Интересный сюжет, классный результат, конечно. Поздравляю с готовой работой. Обожаю маленьких птичек калибри. Надежда Хныкина со своими готовыми работами. Она пишет, получился вот такой комплект, 2 совушки и бабочка. Бабочка птицекрыл Приам от фирмы «Вдохновение». Вышивка бисером на пластиковой канве, по-моему, да? Так, правая сова покрыта лаком, а левая нет. Есть, конечно, разница. Классный результат получился. Чудесные совушки, бабочка очень красивая. Сама такой любуюсь. Мои поздравления. Дальше Нигора Ташбулатова вышила вот такого очаровательного леопарда. Снежный леопард от фирмы Joy Sunday. Нигора пишет, что этот красавчик вышился за 41 день. Набор китайский. Там по ключу все вышивается полным крестом в 2 нити. Но я решила вышивать как в оригинале. Фон и снег полукрестом в разное сложение нити. Получилось хорошо. Ниток хватило и еще осталось. Размер 37,5 на 29 сантиметров на 14 канве. Красивая дикая кошка. Поздравляю с финишем. Дальше Нина Калида вышила вот такого классного дракона. Это фирма Пана. Подушка «Мой дракон». Нина пишет, что вышивала на канве 11 аккаунта мулине «Гамма» подбором по схеме из интернета. Просто красавчик, замечательный дракоша. Поскорее бы вам оформить и показать, как все получилось. Поздравляю. Татьяна Черная вышивала вот такую интересную пасхальную работу, вернее, пасхальный, скорее всего, кролик. Татьяна пишет, что работа выполнена по набору Милхил, артикул МНСБ97 прыг-скок, так называется дизайн. А дизайн 1997 года размером 12,7 на 12,7 сантиметров. Состав набора – перфорированная бумага, мулине ДМС, 1 цвет, бисер 7 цветов и 1 пришивной элемент. Техника исполнения – крест диагональный, сатиновый стежок, 2 вида стежка, стежок за стежком и бэкстич. Интересная деталь –
На схеме указан бэкстич на хвостике, ушках и одежде кролика. А на картинке его нет. Я выполнила по схеме. Процесс очень легкий, а результат шикарный. Оформила без стекла в готовую рамочку этого же производителя. Милейший пасхальный кролик, красивое оформление. Я вас поздравляю. Дальше также Татьяна Черная вышивала в нашем СП вот такого интересного, забавного кролика на морковке. Она пишет, что это набор также Милхил, поездка кролика, артикул МН 18-4106, размер небольшой, 7,6 на 6,4 сантиметра, дизайн 2014 года. Состав наборчика: перфорированная бумага, мулине ДМС 7 цветов, бисер 5 цветов, магнит и один пришивной элемент. На оборотную сторону приклеила клеевой фетр оранжевого цвета с небольшим отступом от силуэта фигурки. Так, по моему мнению, кролик выглядит ярче и четче. Пробовала белый фетр, но он сливается с фигуркой, и кролик получается какой-то безликим. Хороший выбор фетра для задника, классный кролик, поздравляю. Все очень сочетается, милая работка. Также Татьяна Черная вышла вот такого оригинального петушка. Это тоже наборчик от Милхил, петух Прованса, артикул МН 18-7203. На 6 на 5 сантиметров, если округлить. Всего 8 цветов мулине ДМС и 7 цветов бисера. Клевый Петя петушок. Поздравляю. Интересная такая миниатюрка. Красиво все смотрится. Ольга Киселева со своей готовой работы. Всем известная бабочки. Это бабочка от фирмы «Вдохновение». Оля пишет, что бабочка готова, я ее осилила. Для меня эта работа вышивалась очень сложно. Самая большая трудность – это мононить. Я так и не научилась нормально ее закреплять, но, несмотря на это, результат превосходный. 3 недели мне понадобилось на ее завершение. Я благодарна Але за СП, иначе я бы так и тянула с завершением работы. Чудесная опять же бабочка, поздравляю с финишем. Я, например, смело заменяла мононить на обычную ниточку и вышивала, потому что не особо люблю также мононить. Далее Анна Косарева со своей красивой бабочкой от фирмы «Вдохновение», также вышивка бисером на пластиковой основе. Яркая и красивая бабочка получилась, поздравляю. Дальше Екатерина Пигулевская вышивала вот такую классную парочку котиков. Черно-белый котик обнимает своего дружка, рыжего полосатого котенка. По-моему, это фирма «Алиса». Вот когда девчонки добавляют в описание, какая работа, производитель, размер готовой работы, свои впечатления и так далее, и так далее. И интересно, конечно, все вам рассказать и показать. Да, скорее всего, это Алиса. Поздравляю с финишем, милые котики. Татьяна Петрова со своей маленькой собачкой. Улыбашка. Так называется данный дизайн от фирмы «Чудесная игла». Размер 10 на 13 сантиметров. Ниточки гамма. Татьяна нам пишет, что вышивалась работа очень легко. И теперь этот корги очаровашка будет поднимать мне настроение. Замечательный пес, поздравляю. Вот он просто умиляет. На него смотришь и хочется также вместе с ним улыбаться. Клевый такой вообще. Екатерина Валуева вышивала в нашем совместном проекте набор от Dimensions. Вот такие котики. Кто за кем наблюдает? Так называется данный дизайн. Екатерина пишет, что вот и закончила вышивать своих котиков. Полный восторг. Чудесный сюжет с котами. Мои поздравления. Также имеется такая готовая работа у меня в доме. Любуюсь. Сидят и наблюдают за птичками. Охотятся. Да? Ну, вот такой сюжет, который также умиляет. Поздравляю с готовой работой. Наталья Олехина, видеоблогер на вышивальном ютубе, представляет вашему вниманию свою готовую работу. Это у нас подставка под телефон «Лев». Размер 20 на 12 сантиметров. Всего здесь пришито 3264 бисеринки. Фирма «Вудстич».
вышивала с 28 февраля по 1 марта. Очень быстро и красивая работа получилась. Реалистичный Лёва. Поздравляю с финишем. Елена Човбан, рукодельный канал Life and Hobbies, в нашем совместнике вышивала вот такую дикую кошку. Посмотрите, какой у нее взгляд. Новинка от фирмы Лукаэс. Оцелот, так называется этот сюжет. Надеюсь, правильно произнесла название этой кошки. Так, отшился набор за 42 дня, пишет Елена. Работа на 16 канве. Размер готовой работы получился 19 на 28 сантиметров, хотя на обложке заявлено 20 на 29,5 сантиметров. Ничего себе разница, вот это да. Более подробное впечатление об этой работе, конечно, можете посмотреть на канале Елены. Опять же, канал называется Life and Hobbies. Клевая кошка такая. Поздравляю с финишем. Вообще завораживает ее взгляд. Очень понравилось. Дальше опять же Наталья Олехина со своей очередной готовой работой. Подставка от фирмы Wood Stitch. Волк. Размер тот же, как и у льва. 20 на 12 сантиметров. Всего здесь пришито 2989 бисеринок. Вышивала с 1 марта по 3 марта. Очень быстро красивый волк. Нина Мезенцева. Так, вышивала по авторской схеме из серии «Котики». Рукодельники. Вышивала 15 дней, содержит 3064 крестика. Вышивала по саге, канва 14 аккаунта. Так, нитки СХС по ключу. Какая прелесть, поздравляю с финишем. Такой маленький серый котик на пяльцах с вышивкой. Смит Татьяна со своей готовой работой. Это у нас совушка от фирмы Риолис. Полярная сова, так называется данный сюжет. Размер 45 на 35 сантиметров. Нитки, шерсть. Ура, я ее закончила, радуется Татьяна. Очень рада, сова просто летела. Времени, правда, на вышивку было маловато. Но я каждую свободную минутку к ней присаживалась. И вот результат. Я довольна. Спасибо, Аллочка, за СП. Я за вас также очень рада. Многие девчонки радуются. Вот благодаря каким-то совместным проектам они заканчивают свои долгострои. И это здорово. Поздравляю с финишем, чудесная совушка. Светлана Слоневская, опять же, со своей готовой работой. Волшебная страна, вышивка бисером на деревянной заготовке. ФЛК 242. Размер 7,5 на 9 сантиметров. Всего 7 цветов бисера. Красивое оформление для такой интересной игрушки. Интересный снегирек на рябине. Очень нравится игрушка. Красота!